уважаемый Борис Леонидович, благодарю вас за работу. Салют! Здравствуй! Я с Украины, круто! Выходи замуж за меня. Нет, ребята, я не хочу замуж. Я считаю, что мне еще рано. Хотя, может, и не рано, но я не нашла человека, за которого я могла бы выйти замуж. Нет. Есть определенные вещи, которые нужно делать, не знаю, или приобретать до того, как ты замуж выйдешь. Поэтому пока есть время, трать на это. И после уже можно замуж. Все не те, да? Ребята, знаете, я вам тут кое-что скажу. Не просите у меня номер в личных страницах, потому что я не дам номер. Сингурика, да. Сингурика. Ку. Правильно, не нужно, она тебе еще много чего увидеть нужно. Да. Мне сейчас пишут и просят номер. Foarte corect, de meritat. Vereu și trebuie să te... Da. Tot așa gândesc, super. Am 20. Замужество – это разве тюрьма? Нет, ребята, это не тюрьма, просто нужно найти человека, да, с которым ты будешь уверен, что проживешь всю жизнь. Это не шутка. Просто выйти замуж я могу вот за первого встречного, ну а смысл? Нет. Так я не нашла человека, в котором буду уверена, и... Ну нет таких. Не, ну может уверенно есть, но может мне человек не нравится там по каким-то, не знаю, моментам что-то не нравится. Поэтому нет, какой замуж? Я считаю, что всему свое время. Поэтому к тому же мне только 20. Спасибо огромное за розочки. Найдешь еще. Правильно. А я вам говорила. Мультимеск. Найдешь еще. Конечно, меня найдут. Эштварт, дорогой мультимеск. Мультимеск. У тебя все будет само собой, просто всему свое время. Можем подружиться, это не проблема. Просто общение окей. Но не замуж точно. And I love you. Thank you. Буна. Ого, вас 170 почти. А дружиться это замуж. Нет, есть на русском слово подружиться, типа просто дружба. Я не сказала о дружиться или как-то там. Я знаю, что на вашем языке у вас есть разница, немножко некоторые слова звучат по-другому и другое. Нет. Ни в коем случае.
Hello. Будешь моим другом, окей. Без проблем. Уділо куєш такума. На апартамент. Лакішне, чи с вас пом... Hello. Не пеш, конечно, це кумаму. Нічого, нічого дати. Ну. Будеш батлитися. Якщо ви обіцяєте, що ми не проіграємо, то можна, чому ні? Ну, Молдова. Идем в батлы. И сейчас все люди отсюда уйдут, когда услышат про батлы. Сейчас. Hola. Молдаванка, да. О, Болгария. Вау. Красивый мишка. Да. Поставила, чтобы вы хоть на кого-то смотрели. Если я вам вдруг не понравлюсь, смотрите туда. Самый красивый. Кевин, thank you. Привет. Афанасий, спасибо огромное. Ребят, спасибо огромное за розочки. I'm from Moldova. Привет, что тобі купите? Что мне купить? Что вы... Ну, зачем? Ешь меня на это. Очень красивое. Спасибо большое. Знак зодиака весы. Кто, есть кто-то весы? Настя, ты снова тут. I'm from Moldova. Я весы. А день? Месяц и день. From Moldova. And you? Кто октябрь? Да.